Привет, друзья, с вами Владимир Шемет. Сейчас декабрь месяц, нахожусь в Египте, в Хургаде. И сейчас мы с вами проведем эксперимент. Мы померяем температуру водички, какая сейчас водичка в море. Чтобы вы понимали объективность, вам нужно, конечно, знать и температуру воздуха, потому что, конечно же, чем жарче на улице, чем выше температура воздуха, то относительно это, конечно, немножко влияет и на температуру воды. Но это все косвенные показатели. В общем, сейчас мы с вами совсем все разберемся. Так что подписывайтесь на канал и погнали. Итак, ребят, смотрите, температура воздуха в тени. Этот термометр пролежал на шезлонге, в тенечке. Примерно там минут 10 он пролежал, и температуру показывает сейчас в тени 30-30,5 градусов. Значит, на часах 11 часов 50 минут. И сейчас мы этот обычный термометр опустим в водичку, пока он поплавает. Возможно, расскажу вам что-то интересное или полезное, друзья. Скорее всего, что-то полезное. В общем, 11 часов 51 минута, и термометр в водичке сейчас будет показывать нам температуру. Она быстро так опускается, это очень заметно. Но все равно минут 5 пускай поплавает, для того, чтобы было понятно, какая же точная температура водички в Красном море в декабре месяце. Это Хургада, это, смотрите, друзья, это открытая часть пляжа этого отеля, в котором я нахожусь, Мираж Бэй Резорт Аквапарк. Есть еще лагуна. Теоретически в лагуне водичка еще спокойнее, но сегодня абсолютный штиль, и тут тоже получается, ну как абсолютный, чуть-чуть легкий такой вот бриз, совсем легкий-легкий, то есть его даже не ощущается. Я даже не подключал микрофон, в котором есть ветрозащита. Я сейчас пишу на микрофон без ветрозащиты. Поэтому легенький ветерок, конечно, вы сейчас можете ощущать, но на самом деле, видите, водичка очень-очень спокойная. Вода вот реально сегодня намного теплее, чем все эти дни. Даже в ноябре водичка, ну, лично мне казалось, была прохладнее. То есть я сейчас зашел в воду, и вообще без какой-либо адаптации мне это комфортнее. Но я думаю, как бы, может быть, сегодня водичка немножко теплее, конечно же, но не намного, на 1-2 градуса. Напоминаю вам, в прошлый раз я делал замер температуры водички в ноябре. И, значит, в ноябре этот термометр показал 23 градуса температуру воды именно в этом месте, где я сейчас делаю замер. Электронный термометр показал 24 градуса. Ну, 1 градус это плюс-минус, хотя это может быть, конечно, и нормально ощущаться разница теоретически, потому что тогда была водичка прохладней, плюс был ветерок, плюс температура воздуха была 28 градусов. Поэтому, друзья, конечно же, наверное, разница будет. И тут вы должны, еще раз вам напоминаю, понимать о том, что есть отели в относительно ветрозащищенных местах. Во-первых, на пляже будет комфортнее. Во-вторых, там, если это есть лагуна, то и водичка будет теплее. Если будет время у меня, я, конечно, произведу замер и в лагуне. То есть, чтобы вам было понятно, какая температура водички в лагуне. Чтобы, ну, вы полностью ориентировались и понимали все нюансы и детали. Поэтому, если получится, то разницу покажу. Замер я делал в бассейнах с подогревом и без подогрева. Без подогрева, друзья, 20 градусов водичка. Но я думаю, когда чуть-чуть температура воздуха опустится, то водичка еще будет прохладнее. Возможно, там 18-19 градусов такая температура воды будет в бассейнах без подогрева. Зимой, ребят, ну, для меня это свежо. То есть, я думаю, и большинству туристов будет тоже не очень комфортная температура 18-19 градусов. Даже 20 градусов я в бассейне не плавал без подогрева. В бассейне с подогревом, конкретно в отеле
Mirage Bay Аквапарк 4 звезды. Подогрев работает именно только в аквапарке. Поэтому именно там я делал замер, и там температура водички показала на этом термометре 32 градуса. И это в месте, там где, ну, он далекий, откуда выходит эта подогретая водичка. То есть там есть такие отверстия, откуда циркулирует уже подогретая водичка. И там, конечно, если попробовать, то там вообще просто кипяток вода из тех отверстий. То есть там, наверное, все 40, а потом оно циркулирует и все прочее, и остывает. Поэтому, ребят, если вы едете зимой, ну, увы, как бы, отели реально надо выбирать там, где есть подогреваемый бассейн. Почему? Где есть подогреваемый бассейн? Потому что вода в море тоже иногда может быть холодной. Может быть какое-то течение, может быть все что угодно. Даже летом иногда плаваешь, плывешь, теплое, как парное молоко. Тут бац, какое-то течение, она там до такой степени холодная, что ты проплываешь там несколько 5 метров этого течения, и за эти 5 метров ты просто замерзаешь. И потом, пока дойдешь, то, ну, это не 5 минут иногда проходит, чтобы отогреться. Так что, ребят, если вы собираетесь отдыхать в Египте, неважно, в Шарм-эль-Шейхе, в Хургаде, в Марсаламе, нужно обязательно выбирать отели, в которых есть подогреваемый бассейн. Дальше, друзья, по поводу есть подогреваемый бассейн. Заявлен, то он может быть почти в любом отеле, этот подогреваемый бассейн. Но, во-первых, включают его не все отели. Во-вторых, они его включают не всегда. В-третьих, они его включают только когда холодно. Вот. Так вот, как бы, когда холодно, это еще понятие тоже растяжимое. И многие эконом-варианты почему-то это холодно не считают холодным и не включают подогреваемые бассейны. Потом, конечно же, это, ну, холодно, реально холодно. И то есть то, что вы там читаете на сайтах, что есть бассейн с подогревом в отеле, это не означает, что он еще будет теплый. Дальше, тоже вариант. Вы задаете вопрос, подогревается ли сейчас там бассейны в таких-то там определенных отелях. На момент, когда вы спрашиваете, подогрев может быть работать. Когда вы приедете, подогрев может не работать. Есть две причины, в принципе. Первая причина – это техническая. Теоретически может что-то выйти из строя, он может поломаться, и вы там будете говорить, что бассейн не подогревался. Да, он действительно не подогревался, но для этого есть причины, и вы на это никак не повлияете. Вторая причина — это еще раз, как бы, как поведет себя отель. Он может экономить, и тогда, конечно же, ребят, ну, будете в бассейнах мерзнуть. Поэтому ориентировочно есть список отелей, в которых есть подогрев, но не факт, что он всегда будет работать. Конечно, отели высокого уровня за этим следят, там он всегда будет работать. Отели низкого уровня, эконом-варианты, конечно, этим будут пренебрегать. Следующий еще какой момент — это стоимость. Естественно, в отелях, в которых есть подогрев, они имеют цену выше. То есть все эти навороты, все эти опции, они добавляют в цене. То есть, как бы, вы должны это понимать, что там номер высшей категории, он стоит выше, чем будет стандарт. Как правило, больше убитые стандарты, чем номера высшей категории, потому что их, как бы, меньше там берут, но их все равно берут, и поэтому, ну, просто туристопоток проходит через стандарты больше, чем через категории выше номера. И из-за этого, ребят, вы тоже должны понимать, что все эти опции, так само и подогрев, он влияет на стоимость. Хотя, еще раз говорю, что Mirage Bay Resort Aquapark — это очень экономный вариант. Тут очень экономят на всем, но тем не менее, подогрев работал в конце ноября, подогрев работает в декабре. Я, конечно, очень рад и очень классно, потому что именно в аквапарке не все отели имеют подогрев, это вообще единицы. А в аквапарке, друзья, кататься зимой, когда холодно, ну, это еще тот квест. Поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы у вас был отель с аквапарком, чтобы в нем был подогрев, конечно, это все нюансы нужно узнавать предварительно и заранее, а не в тот момент, когда вы уже оформили тур и уже вы ничего не сделаете. Потому что когда вы оформили тур,
Хоть метеорит упадет вам в огород, если вы будете отказываться от тура, то у вас будут штрафные санкции. И потеряете вы немало денег, если вы просто будете отказываться от тура. Да, есть там варианты выкрутиться, но эти варианты все равно предусматривают, что все равно какая-то потеря будет. Крайне редко, что туристы могут решить вопрос с отказом от тура без потерь. Это вообще там просто нереальная как бы пруха, если у вас получается решить этот вопрос. И поэтому, ребят, просто нужно, когда вы едете зимой на отдых, правильно подходить к выбору отеля, и все будет окей. Я думаю, уже достаточно времени он поплавал даже больше, чем 5 минут. Сейчас на часах 12 часов ровно. Он поплавал почти 9 минут, и смотрим температуру. Ну, температура меня радует. 26,5 градусов, ребят. Не, ну, серьезно отличается температура водички. То есть тогда было 23, сейчас 26,5. То есть это реально очень-очень-очень чувствуется. Так что сегодня просто бомбовая погода, бомбовая настроение, бомбовое море. Оно спокойное, оно вообще не мутное. То есть если поплавать, посмотреть риф, а кстати тут есть хороший риф в этом отеле, то это, конечно, очень радует глаз, и, конечно, впечатления от отдыха будут самые лучшие. Так что сейчас, я думаю, скоро я пойду и поплаваю, покажу вам крутой подводный риф, который тоже есть в Хургаде. Да, он не такой крутой, как в Шарм-эль-Шейхе, но для Хургады это очень крутой. И я очень рад, что мне не приходится где-то каждый день кататься, чтобы поплавать и посмотреть на это сокровище Красного моря. Друзья, на этом все. Я вам показал, какая температура водички в Красном море в декабре. Если у вас есть какие-то вопросы, друзья, задавайте их в комментариях под этим видео, постараюсь вам дать ответы на ваши вопросы. Либо делитесь вашей информацией тоже в комментариях к этому видео, я обязательно почитаю, если нужно ответить, я тоже отвечу. Друзья, если вы хотите путешествовать выгодно, интересно и с самыми лучшими впечатлениями, подписывайтесь на канал, будет еще много интересных и полезных видео. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. С вами был Владимир Шемет, до новых встреч, пока-пока.